Закон приняли, чтобы коррупционеры дальше. Сейчас, могли остановить, нет, это неправильно, сейчас я тебе скажу. Дальше деньги. Ну давай еще раз. Наизусть скажем. Запрещается в пункте, указывать домашний адрес имущества должностного лица и депутата. Сейчас мы покажем. Да, вот смотрите. Статья 8. Декларация, представляемая в соответствии с настоящим законом, не является сведениями конфиденциального характера. А дальше идет. Статья 8. Не является сведениями характера. Государственная тайна не говорила. И внести доставить. Они-то кто? Правовой отдел. Ну, назовите имена правового отдела. Ура, ну, если эти люди, юристы, они работают. Есть правовой отдел, тебе говорят. Юристы сколько? Девочки, ребята, кто работает. То есть девочки, ребята сказали вам, что надо загнать под гриф гостайны. Декларации? Ну, есть же понятие гостайны. Под гостайну не может твоя квартира или мой дом зайти. Это не входит туда. А что входит? Же написано. Где это написано? А скажите, под понятие гостайны домашний адрес президента входит? Имущество президента, вице-президента, премьера. Как может имущество президента входить в гостайну? А зачем тогда внесли? Двусмысленно. А зачем с ним вноситься? Здесь касается имущества. Зачем вы вообще? Подожди. Зачем вы вообще? Мы наизусть знаем. Вы Тамас Кесма был. Ну, Зар Арбун. Александр, что такое гостайна? Скажи, пожалуйста. Астамор, какой вопрос? Ты сам голосовал за этот закон? Иначе бы он провалился бы. Очень важный момент. Статья 8, пункт 4. Подождите. Статья 8, пункт 4. В размещаемых на официальных сайтах, предоставляемых средствам массовой информации для публикования декларации, запрещается указывать данные. Мне очень интересно, если я считаю, сколько имеет гражданство Грузии. Я очень хочу. То есть, если вы... Вот это государственная тайна. Пока эти деньги не представят, они не раскроют эту тайну. То его данные... запрещается указывать на официальных сайтах. Мы с тобой обсуждали, вы вообще об этом не говорили. Мы говорили, нет, никакой мы тайны. Мы говорили о другом. Слушай, сегодня Наталья Викторовна говорит, а как же по поводу близких родственников? Я говорю, Наталья, не переводи на близких родственников. Вот здесь мы, члены, данные о членах семьи, декларатов, запрещается указывать. Когда мы это с тобой обсуждаем? Что там запрещается? Что есть сын, у него есть дочь? Нет, нет, данные о членах сын, ну? Имя, фамилия. Адрес, квартиру имеет в Сочи. Вот этой данной запрещается. Это есть то, что мы с тобой говорим о близких родственниках. Когда мы вносили поправку, расширить круг. Вот это имеется в виду. Этого что имеется? Допустим, супруга. Данные супруги. Ну да, здесь же написано супруг, супруга, несовершеннолетние дети. Скажите, что несовершеннолетние ясельные группы ребенок может декларировать? То, что ему подарено, то, что игрушки. На него оформлено, игрушки. Нет, на него могут, ему могут подарить, передать. Друзья, дары. Так, а совершеннолетнему ребенку не могут оформить. Я понимаю, о чем ты говоришь. Шаста, что с тобой, ты со мной споришь? Уважаемый Стамбур, вы приняли закон, который не, народу, вы скажете, мы его приняли, он в силу не вступит. Вы вычеркиваете из него совершеннолетних детей, загоняете под гриф гостайны домашние адреса. Какой смысл? Какой домашний адрес? Какая гостайна? Зачем все путать? Да вот, ничего не мы путаем. Мы каждый ход записан у нас. И даст не поддастся запутать. В первой статье пишется никакой тайны, никакой конфиденциальности, за исключением гостайны. Под гостайну можно подогнать все, что угодно. Нельзя под гостайну подогнать мою квартиру. Друзья, а при чем же это? Коротко, четко, ясно. А в чем тайна, которая представляет наши интересы в корпусе парламента? Астамур, вы приняли муляж. В чем тайна, где они прописаны, где живут? Вы не хотите впустить сейчас. Они что, иностранцы? Друзья, друзья,
четко, коротко, ясно, нам, народу Абхазии, нам не нужен, нам нужен автомобиль. Вы нам предлагаете голый кузов. Мы это не принимаем, народ не принимает. Мы не конструкторы. У нас нет завода по изготовлению автомобиля. Народу нужен автомобиль, который работает. Сел, завел, поехал. Мы потеряли 27 лет, слушай, мы... У нас умираем. Механизм разрушения. Вот вы в первую очередь должны быть заинтересованы. Вы нам предлагаете изобрести машину, голый кузов нам предлагаете. Мы это не принимаем, дорогой мой. Даже голый кузов тебе говорят не сейчас дадим, а через год. Через год.